Привет вам, жаждущим хлеба и зрелищ. Меня зовут Сергей, вы на канале Голодный Мужчина, а он кот, мистер кот, если точнее. Когда-нибудь я расскажу вам историю его имени на какую-нибудь памятную дату. И у нас на часах четверг, я человек старых порядков, знаете ли, а это значит, что сегодня рыбный день. Помню, как-то в 83-м, кажется, это было, мы отдыхали в санатории «Ласточка», и нам всегда давали в этот день зубатку. Ну, для меня она тогда была просто рыба, я был глуп и нем, и, конечно, не ел ее. Но время бежит, появляются новые коты, и сегодня расскажу вам обо всех ее особенностях. Поехали! Вряд ли вы купите эту рыбу свежей, разве что живете на берегу океана или в океане. Скорее всего, вы будете ее отдирать от сотен других рыб в морозильных камерах супермаркета. Мороженую, перемороженную. Главное запомнить простое правило. Готовить ее нужно, как только она разморозится. Сама рыба очень водянистая, а нам не нужно, чтобы весь сок вытек раньше времени. Я, конечно, вас учу, а сам тру-ля-ля. Она лежала у меня несколько дольше, но зато вы сами видите, сколько жидкости в ней содержится. И уверяю вас, только половина ее – это лед. Угу. Плюс зубатки в том, что в ней содержится очень много жирных кислот, которые очень важны для организма человека и практически незаменимы. При этом по вкусу рыба совсем не жирная, в 100 граммах всего 114 килокалорий. К тому же она почти без костей, а те грубые, что есть, можно легко удалить. Ну блин, сплошные плюсы. Когда вынули наконец стейки или филе, отрежьте лишнее. Зачем оно вам в тарелке, если все равно есть нельзя? И самое главное, промокните бумажными полотенцами. Одну луковицу нарежьте, да, пару помидорок. Рыба сочная, но овощи не помешают. Думаю, никто не будет спорить, что важнейшим ингредиентом любого блюда является СМЧП. По крайней мере, по мнению меня. У меня и горошек закончился, и батарейки для молотилки сдохли. То, на что вы смотрите, называется остатки. Но их вполне хватит. В общем, СМЧП так, на один зуб. А еще у меня есть шалфей. Привет, бабушка. Где она это достает, для меня загадка. Как и то, где такое достанете вы. Так что розмарин, тмин, ориентируйтесь там по местности. Знаете, я вообще травы кладу по принципу зеленая, значит подходит, исключая кинзу, конечно. Форму любую застелите фольгой, и чище будет, и вкус и сок останется внутри. И отправляйте нагреваться вместе с духовкой. Нечего и тут под руками путаться. Духовка уже дошла до 180, форма раскалена, пару капель маслица. Быстренько еще раз промокнем рыбку и укладываем ее на фольгу. Соль, самую малость, СМЧП, сверху лук, помидорки. Не время художничать, Сергей Юрьевич, гастрит ждать не будет. Травы, муравы, заворачиваем сверток и в печь. Хотел я вам показать, как приготовить отличный стейк из этой рыбы, но в следующий раз вашему любимому ведущему сейчас можно только диетическое. Ничего острого, копченого, соленого, жареного, жирного. В основном блюда из духовки или на пару. Сопли, в общем. Так что потерпите. Кстати, если соберетесь готовить стейк, ну жарить то бишь, то либо отварите ее в начале пару минут, либо обваляйте стейк в небольшом количестве крахмала и кидайте сразу же на раскаленную сковороду, ну, чтобы запечатать сок внутри. Иначе будет месиво. Те самые сопли, на которых построена моя диета. А, я снова к вам с приветом, за флорентинки. Это такие штуки, кому лень печь тесто и вообще что-то делать. И на этот раз снова Татьяна Журавлевой. Так что, если вы Татьяну не видели прошлый выпуск, на этот раз вам двойной привет. Спустя 15-20 минут в фольге раскрываем эту самую фольгу и доготавливаем еще минут 10. Ну, чтобы верх позолотился слегка. Моя гречка готова, немного воды на дне, уберу крышку и за 2 минуты выпарится. А тем временем рыбка дошла. И я на раздачу. Настроение отличное, я решил, что немного творчества не повредит. Еще бы третье видео за неделю. Когда такое было? Салата и зелени у меня для сервировки не было, но выкрутился ж. Помните кабачковые слайсы в маринаде из бла-бла-бла выпуска? Тут бы они отлично пригодились. Будь здоров, кот. Порцию гречки без масла и соли и немного фруктов. Да-да, помидор это фрукт. Не, я так решил, так что нечего на меня кричать в комментариях. Лучше лайк поставьте, я и так тут полуголодный. Сегодня был нехитрый диетический обед. Должен сказать, что рыба вышла отменная. Но вкуснее всего получились почему-то помидоры, которые колечками. Не забывайте подписаться и нажать на колокол, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. Кушайте меньше, но чаще. И берегите себя. Увидимся. Так один кот, и тот психованный.